Привет, любители зимней рыбалки. В прошлом ролике я показывал, как связать простую, но уловистую мушку для подлёдной ловли. А в этом ролике покажу, как ее привязать к зимней удочке. Так, ну, отмеряем примерно так вот. Сколько здесь? Сантиметров 15. Делаем простой тройной узел. Раз, два, три. Подтягиваем так, чтобы она собралась в восьмерку. Так вот, раз. Теперь поводки у меня заранее привязаны. Теперь пропускаем в эту восьмерку поводок сверху. Пропустили, подтянули. Так, этот узелок подтягиваем сразу. Подтягиваем мушку почти до самого упора. Ориентируем ее правильно. Правильно это крючком вверх. Цевьем, вернее, жало. Длинный поводок тут не нужен. Ну и делаем здесь тоже простой тройной узел, только через леску. Раз. Два. И три. Подтягиваем это все. Слюнем обязательно. Ну и все. Филя, ты что там кашляешь? Ну вот так как-то. Лишнее откусываем. Ну вот, это будет, допустим, у нас основная леска. Здесь привязана мормышка. Делаем простой тройной узел. Раз, два, три.
протягиваем, собирается вот такая восьмерочка. В эту восьмерочку сверху вставляем нашу леску. Протягиваем это хорошо. И с поводка делаем тоже простой узел, только с обхватом основной. То есть вот так вот. Раз. Два. И три. Вот она, охватила основную леску. Подтянули и сдвигаем по нашей. Все, вот получается вот такой вот узелок. Вверх торчит наш отводной поводок. Это основная леска. Лишнее откусили. Способ номер два. Подвеска в петлю. Оставляем расстояние там примерно, чтобы на узел хватило. Снизу будет мормышка. Делаем скруточку такую. И узелок. Раз. На два раза. Смачиваем и протягиваем. Снизу основную мормышку. Измеряем примерно на какое расстояние. Ну, так вот где-то. И привязываем. Тут есть хитрушка, через саму мормышку не надо тянуть. А выдвинуть так вот и затянуть узелок. Лишнее отрезаем. Ну, вот так вот примерно получается. Так, ну и третий способ. Тоже сначала одевается подвесочка. Жалом вверх. Оставляем место подкрепления основной мормышки. Так вот скручиваем и одеваем.
подтянули, но не до конца. Одеваем вторую петельку в обратную сторону, скручивая. Смочили обязательно. Протянули. Вот этот конец еще раз продеваем в петельку. Раз. Отмеряем расстояние примерно 10-15 сантиметров. И привязываем основную нашу мормышку. Так вот петельку складываем.